Вітаю всіх прихильників найкориснішої програми про поради. У нашому сьогоднішньому випуску ми знову познайомимо вас з цікавою і корисною інформацією від справжніх професіоналів. Отже, будьте готові вислухати поради, які обов'язково стануть у пригоді. Справжнім чоловікам бути ще більш незалежними і впевненими в собі допомагають барбери – такі собі чоловічі майстри перукарського мистецтва. Поєднуючи старовинні традиції з новітніми технологіями, спеціальним освітленням для якісної геометрії в стрижках та класичні техніки з мистецтвом скульптури чоловічої стрижки, барбери можуть розкрити і створити індивідуальний, впевнений образ. У такому сучасному барбершопі побувала наша знімальна група та вже знає тонкощі і тренди чоловічих стрижок цього року. Давайте поговоримо о том, яка же на сьогоднішній день самая актуальна стрижка для мужчин. Стрижка в технике фейд – одна из самых популярных на сегодняшний день среди мужчин. Она создает аккуратный внешний вид. Ее суть заключается в том, что делается плавный переход от выбритого затылка или коротких волос до любой длины на макушке. Ее плюсы в том, что она подходит как для деловых людей, так и для спортсменов. Есть много вариантов фейдов, что позволяет экспериментировать даже с самыми короткими волосами. Высота линии перехода зависит от личных предпочтений человека, от формы головы и от типа волос. Есть три основных вида фейда. Это низкий, средний и высокий фейд. Средний фейд. Линия перехода начинается с середины головы. Этот фейд подходит практически каждому. Нижний фейд. Линия перехода начинается ниже височного угла и подходит для людей, которые хотят сохранить максимальную длину волос. Высокий фейд, нулевая линия начинается выше височного угла и подходит для людей, у которых быстрый рост волос. Фейд – это универсальная стрижка, и ее плюсы в том, что ее легко укладывать. Достаточно просто вымыть голову, высушить феном, расчесать по росту волос, либо просто слегка взъерошить. И этим объясняется ее популярность. Хотелось бы дать несколько полезных советов. Стрижку нужно обновлять по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, чтобы она выглядела свежей. Такая стрижка очень хорошо сочетается с бородой, поэтому я советую отращивать бороду. Або мікоз – це інфекційне захворювання, збудником якого є грибки. Варто зазначити, що проблема вважається дуже поширеною, адже згідно зі статистикою, з нею стикається приблизно кожен четвертий чоловік. І тому лікування мікозу – дуже актуальна тема. Як вберегтися та що робити, якщо грибок вже з'явився? Про поради порадять. Сегодня мы поговорим о грибковом поражении стоп и ногтей. Что же это такое и как предотвратить инфицирование данным заболеванием? Грибковое поражение стоп – называется в медицине микоз, а поражение ногтей – онихомикоз. В основном это заболевание начинается с кожи стоп и только потом переходит на ногти. Возбудителями являются грибы. Они живут повсеместно. Но где же наблюдается максимальное скопление грибов и где же вероятность заразиться наиболее высока? В первую очередь это места с повышенной влажностью. Это бассейны, сауны, общественные душевые, места отдыха, гостиницы, отели, пляжи. Также высока вероятность заражения в обувных магазинах, при покупке, примерке обуви, в спортзалах, фитнес-центрах, где занятия проходят босиком, а также в салонах красоты у мастеров педикюра и маникюра, где недостаточное внимание уделяется обработке инструментов. Заразиться грибком может каждый, но особенно подвержены данному заболеванию пациенты со сниженным иммунитетом, с онкологическими заболеваниями, заболеванием сахарным диабетом,
с эндокринными нарушениями, нарушениями кровообращения. В эту же категорию входят профессиональные спортсмены, а также люди, имеющие избыточный вес, и пожилые люди, и те, кто имеет проблему повышенной потливости стоп. Как же заподозрить первые признаки возникновения у них омикоза? Если вы заметили, что ваш ноготь стал желтым, коричневатым, сероватым, изменилась прозрачность ногтевой пластины, она стала более мутной, появились пятна и полосы на ногте, а также вы заметили, что ноготь стал более хрупким, ломким или же утолщенным, обнаружили пустоты у себя под ногтевой пластиной, в этом случае необходимо обратиться к врачу-дерматологу-подологу. При первичном обращении врач сделает забор материала ногтевой пластины на анализ. И по результатам анализа уже подберет методы лечения и интервалы между аппаратной обработкой ногтей. Необходимо помнить, что онихомикоз – это не только эстетическая проблема, но и серьезное заболевание, на решение которого могут уйти несколько лет. Поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, чтобы не инфицироваться данным заболеванием. В первую очередь, важное внимание необходимо уделять обработке стоп, гигиене, протирать межпальцевые промежутки после мытья ног насухо, так как именно там влага держится несколько часов, а это излюбленная среда для жизнедеятельности грибов. Важное внимание следует уделять на отдыхе, в местах общественных, пляжах, гостиницах, при посещении бассейнов, саун. Обязательно носить свою обувь. Это должны быть резиновые тапочки с закрытым носком. Если существует проблема повышенной потливости стоп, то обязательно проводить борьбу с данным заболеванием. Существуют аэрозоли, спреи для нормализации потоотделения, специальные пудры для кожи стоп, которые вбирают излишнюю влагу. Также можно выполнять ваночки в домашних условиях с маслом чайного дерева, солью на основе экстрактов трав. Очень важно понимать при посещении мастеров педикюра и маникюра, как проводится обработка рабочего места. Не стесняйтесь задавать вопросы, какие же этапы обработки прошел инструментарий. При покупке обуви обязательно пользоваться своими носками, а не пользоваться предложенным продавцом. И в заключение хочется обратиться к милым дамам. Не скрывайте свои проблемы под толстым слоем гель-лака. Чем дольше существует проблема, тем больше времени уйдет на ее решение. Помните, что здоровье ваших ножек в ваших руках. Чи куштували ви коли-небудь печеню «Царська охота»? Ця неймовірно апетитна страва здатна зробити будь-який святковий стіл справжнім шедевром. Але як приготувати цю страву дійсно смачною? Про тонкощі та хитрощі розкажуть наші майстри кулінарного мистецтва. Добрий день, уважаемые телезрители! Сегодня мы с Анастасией хотим предложить вам приготовить вместе с нами всем известное блюдо, но нами немножко по-особому изменено. Называется «Жаркое царская охота». Предлагаем для вас набор продуктов. Настя, расскажи. Нам понадобится стейк телятины, ребрышки свиные, свиной бекон, перепелка. Пойманная на охоте. А также из овощей нам понадобится картофель, лук, перец и морковь. Мы заранее для вас это все очистили. Дальше. Курага, яйца перепелиные, чеснок, приправы, соль, зелень и веточка тимьяна и розмарина. Растительное масло нам понадобится только для сковороды. Для жарки. Ну, приступим. Подключай сковороду, а я тем временем займусь нарезкой мяса. Первым этапом мы возьмем телятину. Она мягенькая, сочная, хорошая. Выбиралась молоденькая для приготовления этого блюда. Но по температуре приготовления и по времени приготовления она готовится дольше остального мяса. Телятину мы подготовили, убрали все жилочки, пленочку и сейчас снимаем с кости, отделяем от кости. Кость вам пригодится для приготовления бульона. На это жаркое мясо мы режем крупными кусочками. Нарежем немножко бекона. Свиное ребрышко. А я тем временем начну заниматься нарезкой овощей. Приступай, Настя. И
перепелочку. Перепелочку мы порежем на 4 части. Весь этот мясной набор поочередно мы отправляем на нашу сковороду. Начинаем с телятины. Сковородочка наша накалилась, и мы отправляем сюда телятину. Я вас уверяю, вкус будет безупречный. Добавим сюда приправу вместо молотого перца. У кого нет приправы, прекрасно можете заменить молотым перцем. Лук мы режем полукольцами. Морковь можете нарезать вот такими кольцами. Этим временем телятина у нас уже готова. И мы добавляем туда свиные ребрышки и перепелочку. Мы добавили сюда все три вида нашего мяса. Еще немного подсолим. И немного добавим еще специи. Мясо получается от этого только ароматное. Запах неимоверный. Вы посмотрите, какая картинка. Мясо обжариваем на золотистой корочке. Мясо полуготово. Что бы вы добавили сюда, в эту сковороду? Правильно. Лук и морковь. Настя, дай мне, пожалуйста. Невероятно красиво. Но мы накрываем крышечкой. И даем прожариваться 15-20 минут на среднем огне. Этим временем Настя подготовила нам картофель. Она нарезала нам его домиками на 4 части. И когда мы обжарим морковь с лучком, мы отправляем туда картофель. А ты приступай к нарезке болгарского перца. Хорошо. С болгарского перца мы удаляем серединку, а потом крупно нарезаем на 3-4 части. Натереть чесночок на мелкую терочку. А я в сковороду добавлю веточку розмарина и веточку тимьяна. Мясо будет очень ароматным. Ты подготовишь сейчас зелень для нарезки. Мясо у нас полуготово. Лук, морковь полуготовы. Тимьян, розмарин дали свой аромат. И сейчас всю эту прелесть мы отправим в казан для того, чтобы соединить все это с картофелем. А спрашивается, для чего мы это все переложили в казан? Не только для того, чтобы соединить с картофелем. Мы добавим сюда мясной бульон. Бульон мы приготовили на основе телятины. Вы можете взять любое мясо, какое у вас есть под рукой и какое вы больше любите. Фантазировать здесь можно до бесконечности. Сюда пойдет икрой. И курица домашняя, и голуби, и нутрия, если кто-то любит это мясо. Я обошла с тем набором продуктов, которые любит моя семья. В казан входит 5 литров вместимости продуктов. На это содержание я добавляю 700 грамм бульона. Накрываем крышечкой и даем готовиться ему еще полчаса. Картофель должен быть мягкий, эластичный, разваристый. Тогда картофель сам по себе и мясо соединяются, вкус получается безупречный. Добавляем сюда курагу, заранее вымытую. Слегка перемешиваем, для того, чтобы курага оказалась где-нибудь внутри. Распарится, даст кислинку нашему жарку. Для чего мы оставили немытой сковородку? Для приготовления перепелиных яиц. Делаем из этих яиц только глазунью. Ни в коем случае не пережарьте, чтобы желточек у вас был свежий. Ребята, картофель у нас уже практически готов. И в завершении мы добавляем туда кусочки болгарского перца. Вот такая красота у нас получается. Я думаю, это можно скушать сразу с кастрюльки. Но мы сделаем для вас презентацию. Здесь у нас и перепелочка, или телятина, бекон, свиное ребрышко. Украсили все это перепелиным яйцом, болгарским перцем красного, желтого цвета. У вас как он может быть любым. Веточка тимьяна, веточка розмарина, бульон, в котором кипел этот картофель. Запах стоит неимоверный. Завершаем нашу подачу заправкой чеснока и зелени.
приятного всем аппетита! Мы с тобой крутяшки! На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, все, про що ми розповіли, обов'язково знадобиться вам у повсякденному житті. А ми намагатимемося і надалі готувати вам корисні і цікаві поради. Бувайте!